Добрый день, стадион «Центральный», город Новороссийск приветствует вас. Ну, для хозяев матч достаточно большое значение имеет. Команда неплохо выступает дома, но понятно, что еще не очень хорошо балует своих зрителей победами. Сергей Куликов, арбитр из Саранска, будет работать на этой игре. Главным судьей помогает ему Руслан Шипенов из Начика и Степан Щербаков из Омска. Как раз много-много тех, кто в середине. Вот сейчас хороший момент может возникнуть у Тюмени. Удар по воротам есть. Уже Фролкин первое спасение делает. Да, с острого угла. Как же так сейчас дали проникнуть спокойно Виталию Шитову. Показалось даже, что молодой правый полузащитник не очень-то и поверил в то, что вот так вот никого нет рядом. Так вот, бегущих игроков. Три игрока черноморцы. Еще несколько набегающих. И хорошая передача идет. Мяч выпадает из рук у вратаря. Тут удар по воротам. Кто его, кстати, заблокировал? Если голкипер, то вопросов нет. Если защитники, то как это было сделано? Еще одна подача. Но вот сейчас по-настоящему горячо. Штрафной у Егора Любакова. Он бежит к арбитру. Что-то объяснять. Что тут объяснять? Мяч в руку попал, может быть, кому-то из, наоборот, игроков. Атакующая команда. Ну, поулыбались тут все, арбитр. Ну, конечно, так через центральную зону пробираться все-таки тяжеловато. Вот сейчас здорово Антонов, и можно и пробить. Нет, это Пономарев. Был Пономарев, уже и передача. Пономарев сражается за мяч. Хорошая скидка, ворота пустые. Нужно удар по воротам нанести. Делькин скидывает. Кто пробьет? Удар и сейв, штанга. Опаснейший момент. Какой шанс у черноморцев. Сейчас отбились игроки Тюмени. Ну, просто невероятно. Такой составной комплексный момент получился. И все-таки, по-моему, Любаков поучаствовал. Будем ждать, естественно, повтора этого эпизода. Да, вот это момент. Ну и скидка Делькина шикарная, там уже под удар. Ну все здесь было здорово сделано. Сейчас справа передача в штрафную. И тут Фролкин первый. Добивание Каратаева. Нет, Каратаев тут понял, что не добить. Какой удар! Как сложился-то сейчас! Илья Порохов. Очень сложная, да, была ситуация для того, чтобы пробить в касание. Ну и классно такими ножницами боковыми все-таки ударил 11 номер Тюмени. Ну вот и ответ. Вот и ответ команды гостей. Ну, Гущенко падает, не знаю, там, по-моему, ничего абсолютно не было. А теперь передача на Порохова. Порохов и сам будет обыгрывать. Порохов. Порохов. Уходит от одного, другого бьет, и Фролкин отбивает добивание, и все-таки мяч влетает в сетку, это Шитов. И он головой первым успевает на добивание, и Фролкин уже бессилен. Да, ну тут надо разбираться, как так оборона черноморца не уследила именно за Виталием Шитовым. Да, Порохов, конечно, на индивидуальном мастерстве тут все сделал, но вот, вот это добивание, как раз оно и ушло из зоны внимания, и Виталий Шитов успел. Саадаев здорово поборолся, так, в хорошем таком агрессивном стиле. И передача на Саадуева. Удар должен быть по воротам. Саадуев, где удар? Кто добьет? Еще один удар, и над перекладиной мяч летит. Какая атака сейчас у черноморца отличная получилась. В Болотова мяч попал, будет угловой. То есть это еще не все. Ну и, конечно, сейчас второй, наверное, такой за сегодняшний матч. Длинный такой комплексный подход. Но у нас уже последние секунды. Да, черноморец сделал, конечно, практически все, что мог уже в этой концовке. Фол в атаке. Ну и, конечно, сейчас уже и даже не дадут его разыграть. Все, Тюмень увозит 3 очка из Новороссийска. Поздравляем команду Гременщикова. Да, был очень непростой поединок. Все, друзья, на этом с вами буду прощаться. Иван Канаев комментировал для вас эту встречу. Смотрите большой футбол, болейте за свои команды. До новых встреч в эфире. Всем пока!